это еще не та порция философии, но вы знаете, самое прекрасное в моей жизни – это то, что я никогда не знаю, где и с кем буду завтра. Может быть, судьба поведет меня играть с московскими пинг-понгистами на винчик, а может быть, я снова вернусь на Навку, а может быть, еще что-то третье, что еще мне неизвестно. Это прекрасно. И это лучшее, что может быть в жизни. Непредсказуемость. Ведь так? И давайте представим рандомную ситуацию. Я в своей гиперфиксации схожу с ума. И мы с ним женимся. Ну, мы представляем гипотетическую ситуацию. И вот мы живем вместе, там пару лет. А потом он узнает, что его бывшая развелась. И я уверена, что он тут же бросает меня и бежит обратно к ней. И это вот как пить дать, что так будет. В общем, я верила, а потом поняла, что ситуация просто безнадежная. И мне просто надо отпустить и найти нормального парня без... Это сложно. Но я думаю, что возможно. Я ни на что не намекаю, но как будто бы моя денежная и бартерная чакра вернулась на свое прежнее место. Просто там, знаете, ноябрь, декабрь, январь, пустые почти. А сейчас как пробило, вот как из рога изобилия посыпалось все. Совпадение? Вот ты хочешь сказать, что вот эта оплеванная пятерочка в районе, где ты редко бываешь, предел твоих мечтаний? Как же твои амбиции? Как же весь мир, который ты хотела посмотреть? Ты же понимаешь прекрасно, что если бы ты застряла в этом чудесном городе, то просрала бы свою жизнь. Спасибо, боженьки, что не дал мне такой возможности.